Вот, приехал на Тенгри, смотрите, знакомые лица. Даулет, Казбек, Талгат, братан, вот с сыном, да, сын ваш? Вот, ваша супруга, да? Вот, смотрите, какой дастархан у нас. Ё-мо, ребята, козы, курица, помидоры. Красота. Место встречи, извините. Да. Давайте, все за очвердер. Барны, сәттілік бүгінгі жүгірген адамдарға, ертең жүгіретін адамдарға асылынан бізге барымызды сәттілік, жақсылап демалып, жақсы результатты қайтайық. О, жақсы, рахмет, ас болсын. Всем удачи, бар салға. Всем привет. Давай, Даулет. Всем завтра бегущим легких ног. Да, красава. Все, бар салға, молодцы, красавцы. Классно. Друзья, поздравляем Бейбута! Бейбут прибежал! Ура! Ахмед, Ахмед, все поздравляем! Ребята, красавчик, вот, сделал! Че как? Рассказывай. Буду с ней сейчас камеру. Результат не пойдет. Да. Учение. Да ты че? Один раз надо попробовать жизнь. Ну, молодец, результат, молодец. Я первый сейчас. Молодец. Бейбут, красава, поздравляем. Барсалга! Барысила. Да. Ой. О. А какое время? Ой, около 12 минут. Часов. 11:52. Он даже не соображает, видишь? Сколько? 12 часов? Не, отлично, красавчик. Нет, точное время 11:52. Молодец. Потай. А, нет. Или это не Слава? Слава, а, Слава. Слава, Слава. Слава, давай! Давай, давай! Видео снимайте, это видео. Снимаем. Слава, красава! Молодец! Соль жив! Молодец, красавчик! Барсалга! Молодец! 100 километров, ребята, пробежал. Вот, Слава, красавчик! Молодец, Слава! Джигит, красава! Поздравляю! Давай, 5. Наверное, да? Это свежий слишком пробежал. Друзья, вот поздравим Славу со вторым месяцем на 100 километров. Красавчик, пробежал. Ну-ка, расскажи, как трасса, как ощущения? Трасса хорошая, погода прям супер была. Особенно после 80-го километра прям шикарно было. Но вот эти три горочки, особенно песчаные, конечно, блин, тяжеловато. А так, если раскладываться, нормально. Борис. Да, красава, ага. Молодец. Поздравляю. Наш Ерлан бежит, ребята. Ерлан, красава! Молодчина! Ерлан, красавчик! Давай, давай, давай! Чемпион! Давай, 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 давай! Молодец! Чемпион! Молодец, молодец, красавчик. Проходи, проходите оттуда. Давай, давай, дыши. Вперед, проходите. Чуть-чуть вперед. Отдайте. Не останавливайтесь. Финиш у вас, поздравляю. Молодец. Красава. Поздравляю. Че как? Говорить даже не могу, скажи, да? Ирлана, долго ждали вот это вас. Алия, давай! Молодец! Красавица, молодец! Давай, 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 давай! Чемпион! Первое место, ребята! Молодец! Поздравляем! Шикарно, ё-моё! Первое место, ребята! Поздравляю! Молодец, молодец! Молодец. Хорош. Молодец, молодец. Молодец, поздравляем. 100 километров, ребята, вот. Лидер. 100 километров. Первое место. Да, это, конечно, вообще круто, конечно. Молодец. О, даже силы есть флаг повернуть, представляете? Поверните, помогите. Даурен, помоги. Другой, другой сон. Не, не, молодец! Чемпион! Похлопайте все! Ура! Молодец! Первый раз она бежала, да? Давай, 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 давай! Первое место, ребята! Вот первое место!
Молодец. Забег с собакой. Вот второе место. Давай, давай, давай. Молодец. Второе место. Вот третье место. Ничего себе. Одной породы собаки, прикинь, да. Давай, давай, бедный, язык обу. Во-во-во. Давай, давай, четвертый. Она к шугарак шкентек шу. Он, наверное, бедный, тащил, наверное, за собой. Бедная собачка, да. Он, наверное, тащил всю дорогу и ест. Полегче. Это вот военные, наверное, собаки. Ага. Давай, давай. Бельгийская овчарка, да? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну что себе она бульдог твоя? Давай, давай, давай. Сейчас подспотыкнешься. А смотри, как боком бежит собака. Как автобус, как икарус бежит. Давай, давай. Все финишировали? Давай, давай, лайка. Все какие. Молодец. Ну да, с языком на плече. Номер! Номер! Номер какой! Номер! Номер! Давай, давай, вперед! Давай, 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 давай! Ох, ничего себе! На последних метрах обогнал. Мирима, мирима.
Доброе утро! Вот, с утра пораньше. В 5 утра все встали. Мурат ага. Вот, все чай пьем. Доброе утро. В этом году нас слишком много, и поэтому в трех местах у нас, ребята. Вот здесь я вчера, кто 100 километров бежал, смотрите, сколько. Сколько кроссовок. Вот. Трое. Там дальше еще толпа. Короче, целая коллекция кроссовок. Здесь мы спали с Шахом. Шах, он пошел в туалет. Здесь вот, ребята. Короче, 5-6 палаток в одном месте. Кайрлы танг, барс. Алайсендар, че как? Вот изнасилованные сидят. Халмжан, сбей бы там. После 100 километров. Айгл блатной. Алейкум ассалам. Классно. Готовимся к забегу. Да. Да вы кушаете, ё-моё, как будто 100 километров бежите. Да, сели, накрыло стол, как будто на 100 километров. Красота. Колбаса, как это называется? Колбаса. О, вот это надо съесть. Да. Друзья, вот готовимся на старт. Собираются бегуны. Сейчас будет здесь целая толпа. Вот видите, ветром звук издает. Музыка ветра. Сейчас до старта 10 минут. Матя!
Всем удачи, Лёша, Тенгри Ультра 50 в этом году. 50 км. Вот. Вот такая красота. Вот так бежим. Тенгри Ультра 2024. Ну-ка, сколько народу. 50 километров. Вот такая красота. Бежим. Тенгри Ультра 24. 50 километров. Вот уже лидеры вон там бегут. Я вот еще мы бежим. Вот он. Капец. Братан! О, улетел, халась! Красава! Тема, тема! Давайте топить, братан! Топите, улетел вот! Мощный! Его стихия! Красавчик! О, салам! Халай! Ничего, нормально! В этом году отдыхаю 50! В прошлом году 100! В этом году 50 отдыхаю! Ага! У тебя сколько? 25? Молодец. Вот такой трейл. Вот такие спуски, овраги, подъемы. И вот так 50 км. По горам, по себе. Класс. Если 25 км бегу, тоже вот толпа спереди. Мына жігіттер, қазақтың қойы бітпесін, қазақтың тойы бітпесін. Мына біз 50 шақырым жүгіріп бара жатырмыз. Тенгри ультра, ультрамарафон. Мына біз жүгіріп бара жатырмыз. Қойлар жүгіріп бара жатыр. Наларды күніге трейл забег. Біздікі жылына бір рет. Мына қойлар қараңыз. Ешкіге қараңыздар. Қандай керемет. Қазақтың қойы бітпесін дейм. Қазақтың тойы бітпесін. Осылай жүгіріп бара жатырмыз. 50 шақырым. Тенгри ультра. 100 километр жүгіргем 23 жылы. Осы жылы 50 километр. Бақыт тілеймін сіздерге. Держим. По таким зарослям бежим. Вот такие колючки. Вот видите, какие иголки острые. Вот такие речки. Всего 15 км, еще 35 км. Вот здесь опасные участки. О, лягушка подтверждает. Говорит, опасно. Таких еще участков будет нормально. Предостаточно. Каждый год вот так.
Карабкаем. Все, включаю. Вот такие опасные участки вот такие. Их радости немного, вот чуть не упал. Смотрите, какая красота. Вышли из кушаров, с оврагов, в степь. Вот, с Салгат Бартаном идем, привет передавать. Салют, Марс. Хотим говорить, так что удовольствие надо. Да, да, держи. Теперь в удовольствие идем. Классно. Шикарный забег, шикарная локация. Тенгри Ультра, супер. 50 км кайфуем. Вообще, рахатай. Қандай Қазақстан жер керемет, қараңыздар жігіттер, қандай әдемі. Вот, ребята, 15 километр, смотрите, у водопоя собралось. Какой? 18 километр у водопода, у водопоя, смотрите, какой, какое столпотворение. Вот 25 км прямо бегут. Нет, спасибо большое. По дороге. Вот смотрите, вот смотрите, водопой, капец. Вот смотрите, кушают, вот бананы, вот вода. Такие спуски, овраги, 20-й километр. Здесь вот такой затяжной подъем на 20-м километре. Все идут пешком, потому что на подъем бежать смысла нету. О, молодцы, ребята. Красота. Молодцы. Вот бежим по вот таким барханам. Песок. Вообще нереальный. Мелкий, проваливаешься. Как мука. О, хойлар. Ё-моё, вот у нас природа. Вот это вот поющие барханы, по сути. Мелкий-мелкий, мельчайший песок. Ух. Так, что у нас? 21 километр. Жесть. Друзья, бегу 21. 21 километр, 22 пошел. Тенгри Ультра. 50 километров в этом году. Очень жарко. Вот. В этом году отдыхаю, бегу 50 километров. Вот сейчас подъем, поэтому иду. А так на спусках, на ровной бегаем. Вот. Всем здоровья, бегайте. Получайте удовольствие от таких забегов. В прошлом году бежал 100 километров. Вот там был кайф. С 5 утра бежали. А сегодня, видите, старт 7. Плюс на час позже по времени это 8 утра практически. Очень жарко. Жігіттер, мен таза қазақ екенімді қалай білетінімді айтайын ба? Міне, осындай керемет жерлерде рахаттанам жүгіргенде. Осындай қараңыздар. Рахат, көңілің ашылып, рахаттанып, бақыты қалай екенімді жүгіріп келе жатырмыз. 30 километр, әлі 20 километр қалды. Қараңыз қандай, кең байтақ қазақ жері, қандай керемет. Рахаттанып келе жатырмыз. Барлығына сәттілік. Друзья, я, оказывается, чистый казах. Вот, посмотрите, степной. Оказывается, я люблю степь. У меня прям душа радуется, дышит. Прям наслаждаюсь степью. Бегу 30-й километр. Тенгри Ультра.
50 километров. Вот, с Бахтагали вместе бежим. Как Бахтагали? Хорошо. Тоже тащишься? Да. Или ты горы любишь? И то люблю. Ай, молодец. А я, оказывается, степь люблю. На улице плюс 30. Жара. Кандай керемет, жигиттер, караңыздар. Кандай бен, біздің қазақтың жері керемет. Рахаттанып, жүгіресіз. Көзіңіз тоймайды. Айдалаға қарап. Кандай керемет. 28 километр жүгірдік. Енді 22 километр қалды. Друзья, посмотрите на эту красоту. Великая казахская степь. Я, оказывается, истинный казах, ребята. Извини, что так говорю, но у меня душа поет, радуется от этого вида. Я дышу полной грудью. Это свобода. Это бескрайние наши степи. Любимые, красивые. Смотрите, какая красота. Бегу 29 километр. Вот, осталось 21 километр до 50 Тенгри Ультра. Міне жігіттер, біздің қазақ елі қандай керемет, қандай жеріміз бар. Ту-ту-ту. Түкір қойық. Өте әдемі байтақ, кең дала, өте керемет. Жүгіріп бар жатып, көңілім толып, өкпем ашылып, демалып бар жатырым, қандай керемет. Көзім тоймайды біздің сұлу жерімізге. Қандай керемет жігіттер. Жүгіріңіздер, қалада отыра бермей. Қиын болса да рахат аласыздар. Ана баланы қуып жету керек. 4 сағат жүгіріп келе жатырмын. Рахат. Друзья, посмотрите, какая красота. На улице плюс 30 с лишним, жара. С первого километра бегу. Вот, посмотрите. Лайфхак. 2 литра колы. Здесь вода. Короче, колу разбавил водой. Где-то литр взял. Чуть-чуть там колы было и вода. Кола слишком сладкая, а вода, как бы скажем, вот, разбавила ее. И вот бегу. Ребята спрашивают, что это такое? Моча, что ли, желтая? Я говорю, да, моча бегунов. Она обычно желтая. Уринотерапией занимаюсь. Классно. Соли никуда не теряются. Все свое, все на месте. Вот. Осталось около 19 километров до финиша. 50 километров в Тенгри Ультра. Ой, какая красота, смотрите. Наши прекрасные степи. Вон пацаны бегут за мной. Все, всем здоровья. Жігіттер, мені қандай керемет. Қазақтың керемет. Сұлу жерлері. Иви жағасында. Мені қандай. Рахаттанып келіп жатырмын. Сағат 12. 34 километр. 16 километр қалды. Төреге дейін. Өте рахаттанып жусан исін иіскеп рахаттанып келе жатырмын. Қандай табиғат керемет біздің қазақ жеріміздің. Бағалау керек. Осылай шығып қалада бензин исін иіскегенше осылай табиғатқа шығып жүгіріңіздер. 50 километр рахат. 49-дамын, Құдай қаласа, мен 17 мамыр күні 49-ға келем. Рахаттанып келе жатырмын. 25-30 жасқа өзімді сезем. Тоқтап кішкене демалып видео түсіріп жатырмын. Жас балалар жүгіріп жатыр. 25-30 жастағы жас балалар, мен де солармен ілесіп. Ай, рахаттай. Вот, друзья, посмотрите, насколько сложный трейл Тенгри Ультра. Вот 42 километра. Можете поздравить, пробежал марафон. 6 часов 6 минут. Вот настолько он сложный. Обычно я бегаю 4 часа,
А здесь то, что по горам, по степям. Вот, чтобы заснять видео, пешком иду. Невозможно все время бежать. Вот, девушка молодец, бежит. Догонялки играем. То я догоняю, то меня догоняют. По очереди. Жара под 40 градусов. Сейчас где-то 6-7 утра выбежали. Сейчас 6 часов пошло. Получается час дня, да? Или сколько даже, не соображаю. Короче, осталось 8 километров. Очень жарко. Вот. Так что вот так, ребята. Бегайте, наслаждайтесь. Вот там река Или. Вот вдоль реки мы бежим. Идем, бежим. Вот финишная прямая. Сейчас голом бежим. 51 километр, 52 пошел. Эмиль Львович! Эмиль Львович! Да. Спасибо. Спасибо. Ребята, финишная прямая. 7 часов 29 минут. Ахмед. Аккуратненько. Ой, бля, чуть не упал, сука. Ну все. Давай, за руки. Включай. Талгат! Вот мы на финишной прямой. Молодцы! Спасибо. Спасибо. Давай, руку. Давай. Идем. Ура! Спасибо! Поздравляю! Спасибо! Спасибо большое! Красота! Прямо! Красота! Ёма, суд оставай! Ели километр, жақын рақсы! Ели километр жүрдік, енді восстановительный! Аяқты! Вот это класс! Вот я даже не могу. Ты видишь, что это делает?